Шановні колеги, якщо немає більш запитань, тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Я прошу, чтобы депутат Жанна Васильевна каже. Возможность выступить. Жанна Васильевна каже. Жанна Васильевна выступила. Вы сейчас перебываете Жанну Васильевну. Владимир Корнеенко нормально выступит, донесет свою позицию. Потом Жанна Мандриченко тоже донесет свою позицию. И вы не будете перебивать и идти дальше по своим вопросам, пока депутаты не выступят. Владимир, Владимир, если вы будете без слова выкрикивать, мы проголосуем и удалим вас. Удаляй меня из зала. Шановні колеги, наступна адреса. Мічил Гуларі, ФБ, вулиця Агрономічна, 205/2. Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд. Підприємств, ПРПМ. І слышно, у кожного депутата є право голоса, понимаете, у кожного. Немає. Ставлю так на почему один депутат лучше, а второй хуже или как? Почему господин Страшный может говорить, а Корнеенко Владимир не может говорить?